Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами Задрот 100 левела. Я продолжаю проходить GTA San Andreas, погнали. В прошлой серии мы остановились на миссии, где нужно было проплыть под водой. Сейчас едем ее выполнять. В принципе, недалеко тут до ВУЗИ ехать. Так, эту заставку вы уже видели, поэтому не будем смотреть ее. Просто доедем до доков. Так, вот, приехали. Так, это тоже мы видели уже. Так, все, погнали. Это мы тоже уже видели. Так. Проплыли отлично. Погнали дальше. Так, выплываем отсюда. На траектории основного маршрута по воде находятся два патрульных катера. Если тебя заметят, ныряй под воду, чтобы тебя потеряли из виду. Не всплывай на поверхности, или тебя заметят. Так, давайте под водой сейчас к ним на катер попадем. Если получится. Someone in there, he is. Так, пофигу. Пусть они там стреляют, не стреляют. Погнали плыть под водой. We must have winged him. I told you I saw some idiot. Так, валим. Пофиг, что нас покоцали. Это фигня. Просто погнали, объедем. Да-да, пацаны, я утонул. Если луч прожектора осветит тебя, когда ты находишься на поверхности воды, то охранники откроют по тебе стрельбу. Окей. Так, значит, плывем тогда отсюда. Нам вот сюда попасть надо. Поэтому не составит труда, я думаю. Так, погнали. А, у нас алкалаш есть даже. Не, я думаю, мы без ножа управимся. Так, еще один давай. Все отлично. А, они чисто с ножами, как лохи какие-то бегают. Сейчас один слева будет, один справа. И еще один должен быть тут же. Друг у нас вообще здесь с ножом вроде должен. Да, вот он. Пошел в жопу. Ты тоже. Так, есть тут кто? Я из-за башки Карла не вижу ничего. Чтобы установить жучок, нажми Enter. Ты установил жучок, покинь танки, возвращайся в доки. Тут опять, я думаю, охраны до хера, да? Так ведь? Охрана. В смысле, нет охраны? Лол. Я думаю, они по скрипту заспавнятся. Это меня не палит. Так, ну ладно, чё, обратно. Возвращаемся. Тут опять же эти утырки.
к стопе. Назад вернемся сейчас на секундочку. Так, все, продолжаем. Поехали. Теперь можем плыть. Сейчас просто обойдем их и все. Не знаю, что они стоят. То ли забаговались, то ли еще что-то. Ну, в принципе, пофиг. Так, ныряем под воду. Нас нету. Да-да, это был тюлень, чуваки. Это был тюлень. Ладно, всплываем. И поплыли. Заткнись, это не я, чел. Пофиг на него. Пусть стреляют сколько хотят. Он мне там до красметочки чуть-чуть остался, и все. Эти дурачки уже меня потеряли. Выносливость увеличена. Также я видел, что когда я из калаша стрелял, там мускулатура улучшена была. Он снова ушел под воду. Да пошли вы в шопу. Все, миссия пройдена. Отлично. Плюс 11 тысяч баксов. 11 тысяч баксов заплатили нам. Так, возвращаемся. Так, вот я доехал до Вузии. Поехали в следующую миссию. Миссия дана там. Сиджи, ты застал меня на выходе. Дела? Это большое дело. Это большое дело, которое закрепит мою позицию в тонге Красного Геккона. Но что случилось? Мне надо разобраться это самому. Прости. Какие новости, львенок? Блин, почему именно сегодня? Ладно, бляха-муха. Бери гуппи и пойди глянь. Проблемы? Пацаны из банды Данг сегодня прибудут в страну. Львенок пошел посмотреть, мне тоже в натуре сходить надо. Слышь, чувак, не парься, честное слово, я за тебя все улажу. Спасибо, друг мой. Твоя помощь и дружба для меня бесценны. Спасибо, чувак, остальные пацаны где? Они погнали за вертолетом, чтобы пару раз облететь корабль. Слушай, если все пойдет хорошо, я через неделю позвоню и приглашу тебя в мое новое логово. Эй, Сиджи, ты что здесь делаешь? Только что наткнулся на входившего в УЗИ, я вызвался вместо него. Вообще-то мы не едем, а вертушка летим. Пристегни ремни, затяни потуже. Сейчас мы будем стрелять, обстреливать корабль. Да на куда направляемся? К судну, оно пришвартовано в заливе. О, да, вижу. Ты давай готовься, они будут на стороже. В стрельбе готов. Где еще они? А он не умирает. Это по скрипту все сделано. Нас подбили, мы снижаемся, готовься к столкновению. Ах вы падлы. Ой, блин, больно. Блин, все потерял, кроме ножа. Подплыви к грузовому кораблю. А вон вертушка под воду ушла. Блин, здесь вот самое обидное, у тебя оружие забирает. Вот это да, бред. Бесит больше всего. Ну давай, Сиджей, быстрее. Да куда ты под воду полез? Дурачок. Выживших видишь? Нет, живым оттуда никто не выйдет. Проберись в трюм корабля как можно... По-дурацки сделал. Но ничего. Откуда стреляют? Падла, вылезай. Вот и так нашли. Хорошо. Вот падла, он стреляет же. Чмырь. Курьер. Так, вон еще один. Китайос.
Так, где-то снизу еще вроде, нет? Так, готовы, ребятки. Хорошо. Тут вроде должны еще. Ребятки, подойди. Нет? Ну ладно, это хорошо. Берем дроп и... И валим. Ой-ой-ой. Кто там? А, этот дроп. Так, вроде сейчас выйдет оттуда. Вот отсюда. Или отсюда. Где-то. Где-то чел должен выйти, нет? А, нет. Ладно, убьем тогда еще одного. Вот тут точно должны быть типы. Так, отлично. Так, дальше идем. Где еще типы? Никого не вижу пока что. Или тут их больше нету? Должны быть. Так, вот сейчас слезем, и там должны быть. Много их прям. Тише, хотите, чтобы сюда капитан пришел? Скоро будем пить колу на свободном западе, эх. Эй, ты что за хер? Куда ты там заныкался, петушара? Монгол. Давай, давай, иди сюда. О, максимальное здоровье увеличено. Кайф. Это хорошо. Давай. Монголище, вот ты. Китайос. Ну, падла крысиная. Вот тут чел. А, быстрей, твою мать. Вот падла сраная. Просто все хп снес. Так, вот отсюда. По идее, мы сможем его снять. Где это подлюка? Стреляю в висячий замок на передней стороне контейнера с беженцами. Окей, по скрипту нас сюда перекинуло. Надо, пацаны, фул хп. Должно его захилить вроде сейчас. Прошу тебя, помоги. Нас кинул капитан, мы пленники. Пожалуйста, помоги нам бежать. Сейчас должны 100 хп вроде вернуть нам. Капитан на мостике. Так, его... Тут вроде придется драться... Ой, спасибо. Просто лучшие. Взяли и вернули мне все хп. Убей всех на мостике, окей. Будем аккуратными. Так, стоп. Я правильно иду ведь? Вроде да. По скрипту этих должно тоже перекинуть, так что все нормально. Может, за них не беспокоиться. Это все равно боты. Боты. Так, на мечах я драться не буду, я его сразу убью и все, не париться прям. Что там, все равно на мечах. Что? Что это за прикол? Придется перепроходить. Так, продолжаем. Надеюсь, я сейчас не сдохну. Я, короче, понял, тут баг такой. На коробке лучше не залезать. Чисто по контейнерам. Монгол, пошел нахер. Даун. Так. Валим их.
И вот этого даунича, я его буду стрелять, мне пофигу. Ну ладно, давай драться. Все равно бесполезный кусок дерьмищ. Тут можно было его стрелять, в принципе. Не вижу смысла, ладно, это ЛС. Так, где они? Внизу, что ли? А, вот они. Окей, пацаны, сейчас спущусь к вам. Отлично. Спасибо тебе за все. Все отлично, миссия пройдена. Так, все, я сохранился. У нас появилась миссия рядом с домом. Опять. Опять этот товар. Да не нужен мне ваш товар, этот кокс. Не надо, все, давай, давай. Отстаньте. Все, отлично. Так, все. Поехали. Миссия. Ай-яй, большой бум. Карл, блин, я только что общался с Купиной в Лос-Антосе, ты теперь герой. Ха, а мои на меня до сих пор злятся, типа я не прав. Прикинь, даже братки, с которыми я много пережал, отвернулись от меня из-за этого. Ну да, и что ты собираешься делать, а? Грёбаный райдер, он ведь был моим корешем. И я убил его. Чертов урод заслужил это. Маленький кретин пытался присунуть твоей сестре, ты знал это? Нет, серьезно? Черт. Возможно, ты прав, чувак, но... Да расслабься ты, блин, не надо дуться на меня, чувак. Ты сделал кое-что хорошее, так ведь? Да, ты сделал, но это еще не все. Что ты имеешь в виду? Ну, твои бывшие дружки замутили химическую фабрику, и я думаю, что если ты с этим разберешься, то точно прикроешь им бизнес. Слушаю. Си-Джей. Кто это? Я работаю на УЗИ, он хотел позвонить тебе. Ну ладно, и чего хочешь. Я нашпигаю машину взрывчаткой. Загляни в гараж в деловом районе. Хлёво, буду у тебя через пару минут. Забери машину со взрывчаткой в магазине бомб. Это у Зира, что ли, чё? А, не, Зира вообще в другой стороне. Это я ошибся. Хорошо, сейчас доедем до этого магазинчика бомб. И потом едем на эту фабрику с наркотиками. Взрывать ее. Так, она уже, по идее, на одной волне. Так, все, приехал. Ну что, чувак, готово? Я поставил ее, залезай. Этого хватит, чтобы разрушить фабрику наркотиков. Я установил таймер, так что у тебя будет время выбраться оттуда. Круто, здоровски смотрится. Припаркую машину внутри фабрики по производству наркоты. Окей, поехали. А, что, далеко здесь? Ну, судя по значку, видимо, да. Ну, хоть машина чётенькая, быстрая. Не то, что как дают фигню какую-то. Так, все, я подъезжаю, убей охранников. Да это куски мяса какие-то, а не охранники. На нас напали! Открывайте ворота и разберитесь с этим говняком, парни. Че, я никого не задавил? Так, давим. Ты там стрелять, хватит. Да ты чё, даун, чел? Так, да задаем их всех на машине. Живучая падла. Так, разгон возьмем, еще сразу въехать в кого-нибудь. Использую трамплин, чтобы попасть на фабрику. Припаркую машину возле
Так, там напасть могут, машину взорвать. Поэтому лучше мы... Я убью сначала всех, а потом... Так, где они? Эй, наркоманы. Да боже, что они такие тупицы? Да идите уже сюда, вы же хотите... Вот, вот, чел бежит, молодец. Вот, подохни. Вот еще. А вы что тут делаете? Вы же не рабочие, нахер вы тут творите что-то. Так, выходим. А, это рабочие такие. Ой, идите в жопу, короче, дебилище. Что за тормозы, боже. Стоп. Машина. ЛКМ, не помню. Уходи со склада до того, как истечет время. Окей. Бомба. Ух ты. Как мало времени. Бежим отсюда. Срать я хотел. Так, отлично. Уходи через главные ворота. Наркоманы, отвалите. Так, а я... Машина где-то там вроде. У главных ворот. А, она сейчас подъедет. Ага, вон она. Давай, давай, подъезжай. Они заперли ворота. Да там трамплин будет. Через него мы и поедем. Вот он здесь вроде. Да блин, не туда. Все отлично. Возвращайся в гараж. Окей. По идее, до гаража-то уж тут, ну, совсем недалеко. Вот он уже. Направо завернуть, да и все. Да, вот гараж. Все отлично, прошли миссию еще одну. Так, сохранимся. И по идее, нам сейчас должны позвонить, да? Правильно я понимаю? Так, у катана. Так, да. Мускулы плюс. Да, это твой друг. У меня есть кое-какие вести о твоем брате. Приезжай на ранчо и все, я все объясню. Это в Тьерра Рабада, как приедешь в Мосгар. А ты еще кто такой, мать твоя? Я не могу сейчас говорить, тащи сюда за свою задницу. Мам всегда запрещал мне говорить с незнакомцами. Ну и погляди, что стало с чем. А сейчас, если ты хочешь, чтобы язык твоего братца был у него во рту, а не валялся вырезанный, то приезжай, что ли, или что там. Ну, не успевай читать, блин, там такие тексты огромные. Ладно, поехали. Йоу, это Джетро, чувак. Слушай, мы тут с Эзер кое-что поспрашивали, достали, типа, список машин, которые они ищут. Но нам нужно достать их реально быстро, чувак. Тут в соседнем районе есть выставочный зал по продаже авто. И тут мне пришло в голову, что будет здорово, если все будет выглядеть по возможности законным. Да, это отлично, да, чувак, я в деле. Я тебе свистну. Так, все, я доехал, в принципе. Давайте сохраняемся. И погнали к этому челу. Кто там нам звонил? Ну, я-то знаю, кто звонил. Кто не проходил, не знает. Монстр. Карл, дорогой, добро пожаловать. Какой-то дерьмовый прием, приятель. Что ты знаешь о моей семье? Ну, сначала мы посмотрим, что ты сделан. А все как ты сейчас сделан? Из пудинга? Нет, из гнева и ненависти. И за это ты мне нравишься. Прожечь грузовик. Как насчет небольшой поездки на нем?
Дело в следующем. Главное — скорость и контроль управления. У тебя есть GPS в тягаче. Доберись до каждого пункта как можно быстрее. Пройдь по всем координатам, затем верни грузовик обратно. Потеряешь грузовик, и ты проиграл. Во-первых, что такое GPS? Во-вторых, проиграл что? И в-третьих, кто ты такой, мать твою? Прости, даю только основные моменты, которые надо знать. Ох, еще одна вещь. Эта крошка имеет полноприводное управление вместо ручного тормоза. Удачи. Тебе нужно проехать быстрее, чем за 6:30. Давайте попробуем. Я так понимаю, здесь просто ехать надо и все. Так, в гору теперь, да, надо? А я перевернулся. Вот как обычно, мне вообще не везет. Боже, ну блять. Ебучая игра. Перевернись, утырок. Отлично. Так, как? Он получается сюда, да, надо сейчас? Или я неправильно поехал уже? Нам пофигу, первый раз все-таки прохожу миссию. Ну да, я неправильно поехал. Ну а что я мог сделать? Я не знаю, просто дороги здесь. Тупая какая-то даунская дорога. Зачем мне давать вообще кататься на машине, если я и так умею это делать? Менты еще тупицы куда-то лезут. Все просто едут куда-то на меня все. Но машина реально монстр. Так скажем. А, вот сюда нам надо было. Ну ладно. Наверное, сюда, я не знаю. Ну ладно, первый опыт все-таки. Давайте поедем сюда. Что-то этого изменится. Я все равно уже время немного потерял. Я не надеюсь пройти эту миссию. Возможность хотя бы доехать или посмотреть маршрут. Это мне назад надо доехать. Ну да. Хорошо. Я так понимаю, мне сначала надо было в гору заехать. А я начал там объезжать. Ну ладно, тупанул. Ну я не знал просто. Боже, какие здесь же горы. Зачем этот чел мне сказал вообще ехать по этим горам? Это нормальный человек вообще будет это делать. Либо налево, либо назад. А, это вообще прямо. Окей. Так, выезжаем на дорогу более-менее... Хотя, хз. Хотел сказать, более-менее нормально, не знаю, посмотрим. Ага, значит, я правильно ехал. И
Еще 10 остается. Сюда, окей. Погнали дальше. У вас остается где-то... Ладно, не буду считать. Потому что есть шанс, что я вообще упасть тут могу. Поэтому не буду отвлекаться. По идее, не знаю, я успеваю, нет. Минута 30 вроде остается еще. Так, я уже еду обратно. Это меня радует. Так, залази. Минута осталась. А нам еще две. А, одна даже. Я думал, просто там... 35 еще раз надо. Все, отлично. Давай посмотрим, на какой результат тянет твое время. Ну да. Удача. Босс будет на связи. Сохранимся, давай. Тие. Так, опять мышка. Барахлит. Так, ну я думаю, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.